Всем доброе утро, всем привет. Сегодня я вас встречаю в наших гидрогелевых патчах. Вот, я их уже использую четвертый раз. Вот, и через час, я их сейчас буду носить, через час я покажу, сниму на видео и покажу, какие изменения у меня на коже. Изменения, честно говоря, есть. Я устанавливаю по специальной схеме. Схема есть, я эту схему немножечко позже скину. Вот. Однозначно скажу, это крутая вещь, вот, я испытываю их на себе, вот, и они действуют даже на мужчине, не только на женщине, так что, посмотрите, у меня какое лицо блестящее, как у железного человека или из ртути, я уже говорил про это, но прикольно, вот, так что через часик я сниму все это дело и покажу результат. И по традиции его пока ждем. Вот, я покажу, я уже показывал, что я пью, но тем не менее, показываю еще раз. Синхровитал 4, зелененькую таблеточку с утречка, капсулу гиалуроновой кислоты, 3 капсулы омеги-3, северной омеги нашей, потом обязательно витамин D3, ИПАМ 4 защиты печени, ИПАМ 1000 неврологический, вот, Германии. Это то, что мне прописали врачи. Вот, это я все пью. Вот. Так что, друзья, за здоровье. Пейте витамины и будьте здоровы. Здоровы, молоды, красивы и всегда энергичны. Друзья, я к вам вернулся, прошел час. Посмотрите, патчи не отлепились. Все, кто носил патчи, все понимают, знают, что это такое. Вот именно наши, которые. Вот, то есть края не отлепляются, как у других производителей. Вот, и сейчас я вам буду прямо их продавать. Да, буду продавать. Друзья, они стоят всего-навсего 1900, но они того стоят. Там большое количество лепестков. И они офигенно действуют на кожу лица. Офигенно. Просто к слову могу сказать, мне 47 лет. Вот. И я сейчас покажу, что у меня особенно на лбу. Изменения какие на лбу. Ну что, начинаем снимать. У меня вот эти складки межбровные были очень-очень-очень глубокие. Вы посмотрите. Они стали вообще мизерные. Вообще фантастика. И вот на лбу непосредственно горизонтальные вот эти складочки, морщины, они тоже были у меня очень-очень глубокие. Вот сейчас немножечко они разгладятся после, почем подсыхает и немножечко стягивает кожу. Вот. А потом я сейчас кремом натру, это все разгладится, и как будто морщин вообще нет. Нет, они, конечно, видны, но, простите, также снимаю. Вы посмотрите, какая красота. Во, круто. Ну, здесь просто вот эти складочки пропадают. Друзья, огонь. Вот так выглядит лицо. Посвежавшее, реально отдохнувшее. Почему я еще их пользуюсь, ну, ими пользуюсь, этими патчами. Я много лет отработал в свое время на химзаводе. Такая вредная, как говорится, атмосфера, она очень сильно влияла на кожу, кожа старела. Вот, и сейчас я работаю звукорежиссером, я очень много времени нахожусь в темноте. И много бывает такого, что в темноте и, допустим, какой-то свет яркий резко происходит, ну, в глаза попадает, ты начинаешь щуриться, морщиться, соответственно, появляются морщины. Вот, и тусклый цвет лица, уставшая кожа и так далее. Вы посмотрите, какая красота. Вот. Я просто говорю с точки зрения человека, который понимает, что было до этого, и понимает, что после патчей происходит сейчас, на данный момент. Однозначно советую. Советую всем девчонкам. А если у вас есть мужья, просто советую заставить их пользоваться этими патчами. Во-первых, просто отдыхаешь. Во-вторых,
Мужья будут моложе выглядеть. Моложе, чем вы даже. Все может быть. Вот. И стоит недорого, то есть как бы по цене и качеству. Еще раз лайк, просто лайк.